И в продолжении праздничной темы. Филиал группы компании «Лим» в Братске провел для своих сотрудников традиционный праздник, посвященный Дню знаний. Более сотни ребятишек получили подарки, заряд хорошего настроения на весь предстоящий учебный год. На мероприятии побывала наша съемочная группа. Белые банты, цветы, шары, радостные лица. Они только что пришли с первой учебной линейки и радостно делятся впечатлениями. Мальчишки и девчонки, чьи папы и мамы работают на градообразующем предприятии Братска. Группа компании «Илим» уже в третий раз проводит для своих сотрудников праздник, посвященный Дню знаний. Есть возможности у филиала группы «Илим» и профсоюзной организации сделать такие праздники. Почему не сделать? Дети – это наше богатство. Поэтому надо их любить и делать все, чтобы было хорошо. У нас растет, развивается коллектив. Поэтому я всем мамам, всем папам, всем бабушкам и дедушкам желаю счастья в этом году, чтобы дети хорошо учились, чтобы меньше болели, чтобы меньше было проблем. А ребятишкам, конечно, желаю подружиться, хорошо учиться, радовать папу и маму. И, конечно, завести новых друзей. В программе праздника спектакль любимого театра «Терлямы». Дети и родители смотрят, затаив дыхание. Сейчас важнее того, что происходит на сцене, в жизни нет. Уроки, перемены, домашние задания начнутся завтра. А сегодня – последний выходной перед насыщенной и интересной школьной жизнью. Каждый год на праздник «Илима» приходит более сотни ребятишек. Растет новая смена. Ну все замечательно. Рады в первый раз, первый класс. Довольны. Конечно, очень приятно, потому что ну, как-то все равно не забывают и про сотрудников, и про детей. Так что очень довольны. Спасибо, конечно, огромное. Кульминация Дня знаний – подарки. Портфель с канцелярией и книга, рассказывающая, откуда берется бумага. Та самая бумага, которая теперь станет неотъемлемой частью жизни этих счастливых ребят на весь учебный год. Ольга Новоселова, Владислав Гусев. Программа «Факт».